Новогодние праздники в Химках. В городском округе провели елку главы для детей из приемных семей и детей с особенностями здоровья. Почти 600 юных химчан получили сладкие подарки и насладились новогодним представлением во Дворце культуры Родины. Веселые игры с Дедом Морозом и Снегурочкой после традиционных новогодних хоровод. Ну, мы вообще пришли на елку первый раз на эту, потому что ребенок еще маленький, но ему очень интересно на всяких представлениях бывать. Мы до этого были в цирке. Вчера еще были тоже на другой елке, но там очень большое было представление. А здесь весело очень, общаются с ребятами, герои все знакомые. Вот, малышу нравится. Поздравил детей и заместитель главы округа Игорь Панчук. Чтобы ваша жизнь была наполнена радостью и самыми хорошими такими впечатлениями от той жизни, в которой вы находитесь. Администрация городского округа и дальше будет стремиться и работать над тем, чтобы наша жизнь в городском округе процветала. Завершили елку новогодним представлением. Легендарный спектакль театр «День рождения кота Леопольда» специально адаптировали под Новый год. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.